Здравствуйте, друзья! Приглашаю приготовить сегодня пирог. Он влажный, сочный и очень ароматный. Этот пирог называют невидимка. В нем максимальное количество начинки и совсем мало теста. Мало того, тесто при выпечке превращается в ароматный ванильный крем. Приготовим так называемое тесто. Возьмем щепотку соли, 50 граммов сахара. Вобьем сюда же 2 яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, так как мы будем добавлять мягкое сливочное масло. Ванильного сахара я беру пакетик 9 грамм. Отправляю сюда же мягкое сливочное масло и хорошо это перетираю. Добавляю подогретое молоко примерно 45-50 градусов и все хорошо вымешиваю. Теплое молоко растворяет масло. Муки сюда понадобится 70 грамм и чайная ложка разрыхлителя. Просеиваю муку с разрыхлителем, и останется только хорошо все перемешать. И в результате мы получим жидкое тесто. Я бы даже не назвала это тестом, это больше напоминает крем. Я сегодня буду готовить с яблоками и грушами. 800 грамм взяла, помыла, конечно же, почистила. И нужно нарезать вот такими тоненькими долечками. Можно использовать только яблоки или только груши. Возьму удобную емкость и залью яблоки и груши нашей заливкой. Теперь вилками очень легко перемешивается. Нужно хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был в заливке. Это очень просто делается. Остается нам подготовить форму. Я сегодня готовлю его в прямоугольной форме. 14 на 24 размер. Смазываю хорошо маслом. Можно выстелить пергаментной бумагой. Остается заполнить форму. Нужно хорошо уплотнять, выкладывая, чтобы не было воздушных пробочек. Духовка у меня уже разогревается на 180 градусов, так как пирог будем ставить в горячую духовку. Остатки также заливаю сюда и еще немного уплотняю. Беру 40 грамм муки, столовую ложку сахара и корицу чайную ложку, а также 20-30 грамм мягкого сливочного масла сюда понадобится, и можно добавить щепотку соли. Все это нужно перетереть в однородную вот такую крошку и засыпаю сверху пирог. Не любите корицу, добавьте ваниль или ничего можно не добавлять. Духовка 180 градусов, время выпекания 30 минут, и вот такой в результате пирог готов. Я лопаточкой его от краев формы отодвигаю, потому что он так пахнет просто невероятно. Его хочется кушать и горячим. Но горячим он, конечно же, вынимается хуже. Если у вас получится дождаться, чтобы этот необыкновенный десерт смог остыть, тогда выньте его без труда из формы. В результате получается просто необыкновенный десерт. Пирог влажный, сочный и очень ароматный. Тесто вы здесь не почувствуете совсем. Оно превратилось в ароматный ванильный крем. Готовьте, пробуйте обязательно, если вы любите яблоки, груши. А я желаю всем приятного аппетита и всего самого доброго. А я, как всегда, буду ждать ваших впечатлений об этом рецепте. Пишите отзывы, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До новой встречи!